северная часть дома, практически вы видели, что она рухнула. Наша часть дома в адекватном состоянии, но у нас дети, мы старались, когда сыпется что-то, допустим, по стенам сыпется, естественно, изнутри-то кто нам скажет, что нельзя? Кто видит, что мы делаем ремонт? Мыться негде. Лето хорошо, лето хорошее. Тепло есть на улице, где помыться. А зимой так, к друзьям, к знакомым, кто-то в бане, кто куда ходит. А другого выхода-то что нам остается делать?